Привет всем! С вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.budushin.ru, www.budoblog.ru и www.makivara.ru. Сейчас я еду с Ивановской субботней практики. Ну что могу сказать? Меня очень радует то, что люди потихоньку подтягиваются, и с каждой субботней практикой народу приходит все больше. Это очень хорошо. Единственное, конечно, что удручает, есть и такой момент, то, что молодежь не хочет подниматься рано. Поэтому в основном у нас пока клуб для тех, кому за 30, я так считаю. То есть приходят ребята уже, так отцы семейств. Но то сегодня уже приходили семьями, женами и детьми. И детьми, детьми. Так что классно все. Ну и для всех остальных, я повторюсь, что субботники практики проходят каждую субботу на спортивной площадке школы номер 36 в Иваново, в том, который город невест. В 9:30 всех ждем, всех желающих. Уровень подготовки не важен, для всех найдется занятие. Ну, как-то так. Все, до встречи.